Die Christus in peccato, die Christus in peccato, miserere, miserere, miserere. Fiat misericordia super nos, quaen ad modum speravimus, quaen ad modum speravimus in te. Это вот. Какой-то опера или это... Нет, это просто жалобный плач. А кто его написал? Из молитв, вот молитвы, вот там все поются. Когда Иисус был распят, вот стояла Мария перед крестом, на котором был распят ее... Ну, понимаешь, Аве Мария, которую Шуберт написал, разве она из оперы? Она просто. Ну да. И тут точно так же, это как песня-молитва. То есть она как она вообще народная уже? Она не народная, она, видишь, народная не может быть, потому что она исполняется на языке Иерусалима. Ее не могут спеть, это могут спеть только, ну, профессионалы там. Или а, певцы. Священники. Священники, да, или певицы, которые знают язык или что. Но она не может быть народной. Потому что, во-первых, а вот если бы ее перевести, ведь Аве Мария, она исполняется почему на всех языках? Потому что ее перевели. А, ты знаешь. Но у меня же есть и на родном языке. Сейчас я вспомню. Сейчас я вспомню, подожди. Ой, ну это надо же мне найти, и тогда я бы спела. На итальянском она исполняется. Аве Мария. Сейчас я, может быть, вспомню. Вот надо же, забыл это, посмотри. Все это время... знаменитая... Это... Знаменитая она, да, она знаменитая. Она, ее исполняют, но мы даже в хоре пели ее на этом языке, на итальянском. Лена там это... А Марина Влади такую пела? А я не помню, какую она пела. Но я-то разные. Я сейчас эти вот напою несколько Аве Мария. Может быть, я и это вспомню. Аве Мария, Аве Мария, Аве Мария, Аве Мария. Вот это вот один вариант, но я не до конца его еще. Ну, не надо, да, как бы понятно, я ее знаю. Ну, тоже. Да, да, я тоже, у меня дети иногда в конкурсах участвовали, здесь слов почти нету, вот они записывали эту мелодию и участвовали, между прочим, побеждали кое-где иногда. Вот, или вот это вот, сейчас я спою. Аве Мария, это Шуберт, пред тобой. Сердца с молитвой преклоняем к тебе, заступнице святой. Это вот я ее играю, ну, и да, пою, да, на фортепиано. Теперь другой вариант. Аве Мария.
цветок Христа сердца ты возрождаешь, и да светится имя твое, Аве Мария, и так далее. А вот еще один вариант. Сейчас. Вот это я люблю. Доминус текум и так далее. Ой, класс. Вот несколько вариантов, понимаешь, вот за две минуты. Поэтому я, конечно, ко многим из них прикасалась, вот, и поэтому запомнила как-то. Потом я же все время пела. Какая бы беседа ни была, какой бы концерт, там, если Данелия Петровна, ну-ка давайте вот это, вот это. Ну, а, да. иногда, если я уже о Деве Марии делаю, или духовную тему, то там уже надо было даже спеть. Вот я брала свечу в руки горящую и за свечой пела. Вот помню, был один такой момент, когда меня пригласили, как она называется, где курей выращивает, как она называется? Птичник, да, птичник. Вот. Я, значит, конечно, я всегда соглашалась, хоть в тракторную бригаду, хоть коровник, хоть птичник, в любую. Вот. И я, значит, поехала к ним, и, ну как, приготовила там все, Деву Марию, вот типа вот это, вот так, такого портрета повесила все. А они хи-хи-хи-хи, ну, не... Нету Бога у них еще, здесь пусто. Я никогда их не осуждала ни в коем случае. И вот когда я рассказывала там все, они неверующие такие, вот знаешь, заядлые атеисты. И когда я начинала петь, тогда же я разве так пела, как сейчас? Я не знаю, что там вчера Наташа у меня нашла. А когда я начала петь «Аве Мария», вот я почувствовала сразу тишина. Прямо вот звенящая тишина такая. Вот. И кто-то там, значит, что-то, как ты вот сейчас делаешь. И это был уже вот... Здесь уже сердце работало. И мое, и их. А мне ведь самой... Мне самой уже благодать вот это вот, когда слушают меня. Вот. Как я в стихотворении написала. Что... Все растворилось, и стены, и лица. Мальчик пел для небесной царицы. Вот это как раз момент. Это же все взято из жизни какой-то. И, конечно же, это держало меня и дало мне утонуть в этом хаосе жизни. Очень трудно было все. Вот, потому что я научилась, я думаю... Нет, что вы же создаете мир вокруг себя сами. Я понимаю, я сейчас о себе сказала. Что я это понимаю, что вот именно я как посредник между людьми и между ангелами, посредник. Я ничего сама не делаю. Я это уже давно-давно себе вот сюда вот зарубила, что, ой, вот мы однажды с Олей Сысоевой, подружка у меня, в Одессе Валентина Сергеевна жила, я сегодня вспоминала эту историю, у нее была трофическая язва. Ноги гнить начинали. Ну да. Вот. А ее дочка, может быть, ты даже помнишь, у нас в Доме культуры был техникум. Не помнишь? Помню, и да. Татьяну Васильевну возглавляла, она была директором. Да, это ее мама. В Одессе она жила у нас в этом месте. Вот. Я Татьяну Васильевну знала. Она говорит, вы, может быть, к маме к моей, когда зайдете. Я как-то зашла туда даже. Вот. И мы с ней начали дружить. Ну, как дружить? Она все время лежала, у нее полный стол этих лекарств, таблеток, да. Вот. И я помню, что я молилась, конечно. Я приходила, молилась за нее, все. А потом однажды я еще позвала Олю Сысоеву. Говорю, пошли. Она
Ей так было плохо. Она в 2 часа ночи однажды позвонила мне. Нелли Петровна, я на стену лезу. Я не могу терпеть. Мне плохо. Ну, кому она позвонит? Я здесь под боком. Вот, mm-hmm. Вызовите мне скорую. Я пришла к ней, вызвала скорую. Ее отвезли сразу в больницу. Mm-hmm. Вот, потому что это действительно было ужасно. И вот после этого как-то я вдохновилась, что ли, не знаю, позвала Олю со своей, когда она вернулась. Ей не помогала. Больница не помогала. Господи, прости меня, знаешь, что я ни одного слова не даю лишнего. И вот, когда мы с ней пришли, я говорю: Оля, давай помолимся за Валентину Сергеевну. Вот она села на стул, Валентина Сергеевна, а мы с ней встали на колени перед ней, взяли по свече и начали молиться. Я не помню, сколько мы молились, может, полчаса, может, больше. Вот, один раз мы помолились, поблагодарили там, посидели, потом ушли. И еще, говорю, давай еще раз придем. Пришли еще раз, повторили все. Ты знаешь, вот говорят, чудес не бывает. Чудо произошло. У нее ноги выздоровели не на второй день, а вот, может быть, неделя-две. Я тоже не могла... Она говорит, я прихожу, говорит, Нелли Петровна, у меня ноги выздоровели. Это не моя заслуга. Ну, понятно, понятно. Видит Бог, что я не... Ну, Бог, как говорится, дает вам... Вас посылает туда. Да, ты права. Потому что когда мы с ней общались до этого еще, я еще не молилась, ничего, она мне сказала: ой, Нелли Петровна, я восхищаюсь. И как начала меня расхваливать. Я-то уже имею опыт веры. И знаю, что даже великие ученые, учителя пишут: нам приходится хвалить ваши песочные кучи. То есть мы немножко сделаем, и уже, знаешь, такие выросли уже, такие, знаешь, и, но я не представляю. Я тоже такая. Нет, чуть-чуть сделала, довольна, как слон. Нет, я, для меня еще это вот был... так не деланного, а я еще уже довольна. Для меня это был стоп-кран. Подумай, что сказала. И еще Елена Ивановна сказала: если вы чувствуете себя ведомыми, что вас кто-то ведет, будьте благодарны, а не считайте себя избранными. Я все это по себе, это, я же училась. Я всему этому училась, я поняла. И вот сейчас я тебе скажу, когда вот это произошло, я поняла, что надо было помолиться, надо правильно молитву читать. Как этот иногда на спасе говорят, молитва должна правильной быть. Ну да. Вот мы встали на колени, мы кротко себя вели, зажгли свечи и не смотрели на часы, мы просто стояли и молились. Вот, и это... А перед этим, вот я тебе начала рассказывать, как она меня расхваливала. А я спросила у нее там пару слов. Она мне рассказала про свою жизнь. И я повернула все, как у меня в том стихотворении. Давайте повернем назад. Пусть шахматист не ставит мат, пусть не стреляет автомат. Ну, давайте сочиним трактат, где каждый будет дипломат. Примерно так же. Вот я здесь взяла, повернула. Она меня расхваливала. А я не так это. Она говорит, а у меня такая... Говорит, мне нечего рассказать. Она вот настолько себя внушила. Она говорит, я работала обыкновенным бухгалтером. Потом как она мне начала рассказать про этого обыкновенного бухгалтера. Вот. Как она вовремя всегда сдала. Как ее премировали каждый год в санатории. Потому что она была лучше. Ну, это самое... Все, как они с мужем прожили, как он ее любил, как он ее боготворил. У него были эти, ну, здесь... Погоны? Регалии, да, какие-то, я уже сейчас не помню подробности. Вот, и я вот так сижу, думаю, насколько скромный человек. Я говорю, Валентина Сергеевна, да разве можно меня сравнить с вами? Я так примерно сказала. Да у вас же прекрасная жизнь. Ей надо было вот это сказать. Ну, конечно. Надо было сказать это, потому что она действительно, она даже не замечала, что она потом разговорилась. Ей захотелось еще что-то вспомнить. И вот так наша дружба завязалась. Вот. И я, конечно, приходила к ней то всегда, то гостинцы, то там это. Вот она мне такую замечательную книгу подарила, я передать не могу. Уникальную книгу. Что за книгу? О чем? Ну как, космическая любовь. А-а-а.
Вот она где-то здесь вот есть. Там в этой, я, например, там знаки добра и знаки зла. А, помню, вы мне показывали знаки. И главное там, что мне это 23 июля, день вне времени. Если я овладею этой книжкой, буду уметь, как ею пользоваться, я могу с космосом разговаривать посредством знаков. Я ему даю такой-то знак, он мне отвечает таким-то знаком. Вот острые там всякие вот такие вот, это от темных. А разные вот эти вот там все такое. У меня даже есть картины с этими, с несколькими знаками. А, вы мне показывали, да. Я фотографировала где-то. Потому что их надо понять. Вот повешу я, допустим, в Доме культуры, никто ничего не поймет. Скажу, что это такое на коляках? Это только с экскурсией надо. Так, ну я побегу, а то время у меня ж может... Маженька, так, может...